Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, сегодня мы продолжим играть в игру, которая называется «Вперед на зомби-войну». Забрали бонусы, теперь мы с вами должны, наверное, кого-то укрепить, я так думаю. И это будет у меня, ну, естественно, не эти ребята, а Соня. Да-да-да, где она у меня, радость-то? Я тебя не вижу, а, вот она, вот Сонька. Давайте-ка ей поставим хлебец, клей и радио. 2500 нужно, а у меня не хватает. Придется что-то нам продать, по всей видимости. Давайте ее поставим вместо бочки. Это у меня на ивенте была такая компашка, поэтому сейчас мы будем все здесь переделывать. И смотрите, у меня очень много всяких ненужных нам вещей. Щетки, радио. Хватает, нет? Так, ну давайте еще по одной затравим. Все, теперь, по-моему, должно хватить. Сейчас мы ее улучшим еще на один уровень. Как раз будет у нас 13-й. Это максимальный на данный момент у меня левел. Так что не будем мы, наверное, ничего здесь соединять, объединять, иначе нам не хватит денег. Давайте улучшать нашу красавицу. И у нее урон уже 41. Ну, думаю, что сыграет это свою роль в нашей игре сегодня. Переходим на наш уровень, мы сейчас в данный момент на 7-м. И тут у нас есть где повоевать. Давайте-ка выбирать с вами компашку. Хотя, вы знаете, я, наверное, никого не буду менять, я пойду именно такой бригадушкой. Ну что же, давайте, наверное, потихонечку будем приступать и выберем с вами миссию вот эту вот, 120-я. Ну и кто нас тут ждет? Ага, гнилоруки. Сразу, ребята, делаем откат обязательно. Еще идут эти нацисты в кепках и камикадзе. Вот это, кстати, очень плохо. Если у меня амбал выдержит, но нам это, наверное, не нужно. Блин, да турели. А что турель? Турель меня сейчас не выручит, потому что нету ярости. Ёлки-палки, бегуны. Так, ладно, рискуем. В принципе, риск оправдался, ребята. Даже с лихвой. Но расслабляться не стоит. Я смотрю, еще один камикадзе идет. Давай, механик, прикрывай. Все, отлично, бочка сработала. Вот для чего я, в принципе, ребята, ее с собой беру. Чтобы она замораживала противников. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, вся моя бригадушка полегла. Кстати, эти камикадзе будут сейчас нас терроризировать весь уровень. Но у меня успела накопиться турель, я ее, естественно, выставляю. И все, можно сказать, ребята, уровень у нас в кармане. Теперь уж, я надеюсь, точно никто не пройдет. Камикадзе нам не помеха уже. Все, добиваем всех этих щеглов. И начинаем потихонечку с вами разбивать ворота. Так, отлично. Вы видели, да, как Сонька там дерется? Просто на ура. О, как бы не так. Не пройдете, гады. Ну давай, команда, вали быстрее ворота. Там осталось совсем чуть-чуть, буквально меньше четвертинки. Давай-давай, добивай. И мы с вами, скорее всего, ребята, сможем пройти этот уровень на 3 звезды. Ну, отлично, я нас всех поздравляю. И мы с вами, естественно, переходим на следующий уровень, на следующий этап. И я предлагаю взять на вооружение вот этот 131 уровень. Давно он мне уже глаза мозолит. Так что, ага, здесь у нас яйца. Делаем откатик. И смотрим, кто у нас тут пойдет. Пока я вижу... Оу, нет, только не сфера. Блин, тут два яйца плюс сфера и вот эти вот фрицы в касках идут. Нам в любом случае придется кем-то жертвовать. Сейчас у меня выйдет Сонька и, соответственно, вперед побежит. Давай ты. Беги. Ух ты, Соня, молодец. Даже завалила сферу. Ай-яй-яй-яй, давай-давай, отбивайся, отбивайся, родная. Ты посмотри, что творит, а? Красота просто ты моя ненаглядная. Умница. Просто отбилась от всех. Вот и моя бочка-ледянка. Опа. Жалко, конечно, что у меня там чувачок заморозился. А вот и турелька подоспела. Все, ребята, пошел полный расколбас. Ха-ха, блин. Поганые сферы, а? Ладушки, вызывай механика. Ну, звезда не хорошенько, да кого что ударил-то, а? Ну ладно, и так. Ай, недолго он, конечно, жил. Давай-давай, пулеметчик. Никто, как говорится, здесь мимо нас не пройдет. Давайте еще одну Соньку вызовем. И сейчас будет вообще полный улет. Чужих здесь нету, которые прыгают на нас. Так что можно, в принципе, сказать, что победа уже за нами.
Все, никто не пробежит. Ну-ка, механик, давай. Давайте пулеметчика. И осталось только лишь нам пробить ворота. Мы сейчас будем этим заниматься. А соньки будут как раз прикрывать нас от этих зомбарей, которые будут вечно у нас вставать. Так, плюс еще командос. Ледянку стоит бросать? Я думаю, что, наверное, не стоит. На данном этапе мы вроде бы без нее справимся. Ну что же, все, командос плюс марины разбивает ворота. У меня тут пулеметчик, как говорится, на прикрытии. И мы с вами проходим, ребятушки, проходим, конечно же, этот уровень, 131 на 3 звезды. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, бон. И есть у меня большое желание пройти вот этот вот уровень, 133, он у нас написано легко. Так что давайте, ребятушки, его будем бомбить. Это, кстати, новый уровень, который открылся у меня. Поехали. Так, марины. Марина у нас уже готов. Ждем Соньку. И у нас здесь... Оу, вы посмотрите, кто у нас тут прет. Ёлки-палки. Как говорится, все уроды в сборе. Ладно, выпускаем нашу Соню. И будем ее, наверное, прикрывать. А кем прикрывать? Подождите. Нам нужно сейчас как-то придумать. Яйцо будет выпускать сферы. Значит, нужно его ликвидировать. О, давайте-ка мы вызовем сейчас Кэпа. Это для усиления атаки. И уже после этого начнем вызывать марины. Так, бочку, вот это хорошо, ребята. Все, бочка сейчас замораживает, выпускаем марины. О, тут еще и камикадзе появился. Ёлки-палки, не ожидал я такого. Все. Смотрите-ка, он даже не добежал до марины, отлично. Но ледянка спала. Хорошо, будем, короче, сейчас разбивать первое яйцо. Потом второе, чтобы сферы нас долго тут не колбасили. И я надеюсь, что камикадзе здесь не будут так часто выходить, как в прошлых сериях. Оу, турелька, все. 50% успеха уже в кармане. Понеслась, как говорится, душа в рай. Давай, Марина, сейчас будет твой... А, нет, Соню вызовем лучше. Нам нужно здесь отстреливаться. Ну, а потом уже вызываем, конечно же, Марины. А, бочка тут у нас есть, давайте для бонуса ее поставим и Марины. Все, самый шик. Ух, да тут вообще легкотня, ребята, оказалось все. Ну, там и было написано, что это уровень легкий. Все, теперь просто разбиваем с вами ворота без всяких проблем. Давайте сюда бочку кинем на всякий случай. Вдруг какая-нибудь мразь пробежит. А тут она возле автобуса заморозится. И я смотрю, у нас там вышло яйцо, которое может вылупиться. Но мы его все-таки забомбили. Все, ребята, две турели. Сейчас тут будет полный расколбас. Плюс бонусы мы получаем. Все, можно смело выпускать марины, чтобы они разбивали ворота. Ух, красота, обожаю. Но, действительно, уровень сам себя оправдывает. Легко. Тихо, камикадзе. Не успел добежать. Все, поздравляю нас, и мы с вами проходим 133 уровень на 3 звезды. Поехали. Ну что же, собрали мы с вами бонус, и давайте определяться, какой уровень будем брать следующим на свое вооружение. Тут у нас еще и карта открылась, причем. Ух, хорошо-то как. Давайте вот здесь. О, даже тайничок мы с вами нашли. Это хорошо. И пока что я вижу только один уровень, который у нас был пройден на одну звезду. Так, а что у нас здесь будет в этом ящике? Давайте глянем. О, кровь — это хорошо. И ярость. Ну, яростью, если честно, я пользуюсь очень мало. Тогда нам придется с вами, наверное, проходить именно вот этот уровень с одной звездой. Где он тут у нас? Черт. Черт подери. Потерял его. Не могу найти. А, вот он. Вот он, ребята. 128-я миссия. Приступаем, как говорится, и смотрим, что у нас здесь. А это причем, ребята, я вам хочу сказать, последняя миссия, которая у нас с вами осталась. Сейчас мы ее, если проходим на 3 звезды, все, у нас пройдена игра. Будем ждать только лишь обновления. Так, тихо. Будем ждать обновления, когда нам станет доступен 8 уровень. Так что, ребятушки, все, как говорится, в наших руках. Давай-ка, турель, вот сюда ставим тебя. Самые бесявые в этой игре — это чужие, потому что они любят прыгать к моим стрелковым и уничтожать их, причем довольно быстро. Вот так, ледяночку вам. Давайте-ка вызывать с вами Кэпа. И уже под этим усилением будем вызывать Марину. Тихо, вот смотрите, что делать, а? Ну, фу, Соня, ну ты просто красота. У меня нет слов, как еще можно это описать. Она просто его откнула и расстреляла.
Так, отлично, ребята, заморозка действует, все замораживаются. Это нам дает дополнительное время, чтобы пробить как можно быстрее ворота. Отлично, отлично, все идет. Турель наяривает. Так, откат. Давайте вызывать еще турельку. И у нас образовалась неплохая оборона, ребята. О, чужой бежит, ё-моё, прыгнул, гад. Так, тихо. Смотри-ка, как мы быстро его расколбасили. Прикрываем своих ребят. Отлично. Теперь можно вызывать грубую силу, которая будет пробивать у меня ворота. Надо будет еще, кстати, бочку ледянки бросить. Так, куда бы ее сюда? Подожди, ждем, ребята, ждем, пока есть время. Вот теперь сейчас бросим, ребятушки. Пора. Жалко, конечно, что Марина у меня заморозится, но да не беда. У нас, по крайней мере, есть время, чтобы отбиться. Тихо, тихо. Оу, все. Чужие, как видите, здесь просто не успевают даже подойти. Ну, а мои бравые ребята уже расколбашивают, грубо говоря, ворота. Все, ребятушки, сейчас осталось совсем немножко. И мы пройдем с вами, пройдем. На 3 звезды у нас корячится этот уровень. Есть, есть. 128 уровень мы проходим с вами в сухую. Бонус. Отлично, получили, ребята. Теперь давайте, наверное... А что теперь? Теперь мы прошли с вами игру, елки-палки. Ну-ка, давайте. Да, уровень 7 пройден. Я хочу вас всех с этим поздравить. Забираем наш законный бонус. И, наверное, надо глянуть, что мы там с вами получили из этого сундучка. Так, точно все, даже не верится, ребят. Нам теперь осталось только ждать 8-ю часть, когда ее сделают, и мы обязательно вернемся к этой игре. Так, ну что же, фляга — это хорошо, она нам пригодится. Так, ну и чем тогда заняться? Да ничем. Будем просто ждать тупо обновления, ребята, и продолжать уже потом. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня я хочу просто-напросто тупо пройти 132-ю миссию, так как я ее прошел и не записал ее прохождение, ребята. Забыл, видимо, или не успел. В общем, сейчас будем проходить его заново. Правда, если честно, я забыл, кто здесь у нас будет, но я вижу, что двоится. Ладно, подождем маленько, сейчас кто-нибудь довыйдет, и уже будем определяться. Ага. Толстые жиробасы у нас идут. Ну, в принципе, можно было бы вызвать и Соньку, да? Так, давай, родная, стреляй по яйцам пока. Так, бежит сфера у нас и яйцо одно. Хорошо, Кэп пойдет. Ну, а после, конечно, будем вызывать уже, естественно, Марины. О, ледянка, вот это хорошо, ребята. Все, 50% успеха уже в кармане, когда ледянка успевает выйти. Ну, это, конечно, не турель, но, тем не менее, она замораживает врагов, что дает нам, соответственно, преимущество. Все, ах ты черт, успела разложиться это яйцо. Ладно, пока не беда, мы за счет вот этих зомбарей, ребята, набиваем с вами ярость. Вот так вот. Ну, а уже от ярости, соответственно, у нас появится и турель, вот она. Выставляем ее вот сюда. Так, Сонька еще будет прикрывать. Все, ребята, сейчас будет полный расколбас. Смотрите. Сейчас мы будем здесь такое вытворять шоу. Хе-хе-хе. Так, давайте, естественно, бонус поставим. Ну, насчет сфер я уже не переживаю. Вот единственное, что жиробасы, хотя вряд ли они тоже подойдут ко мне. Тут у нас такая сейчас огневая мощь стоит, что хо-хо-хо, любой может позавидовать. Так, делаем быстренько с вами откат. Ледяночка. Замораживаем их всех. И под шумок начинаем разбирать. Кэп, выходи. Оу, еще одна турелечка у нас, ребята, созрела. Сейчас мы ее с вами поставим вот сюда. И еще Соня. Все, ребята, это просто будет жесть. Остается только вызывать у нас Марины, которые будут нам, как обычно, пробивать ворота. В принципе, как-то вот так вот я и проходил в первый раз, ребятушки. Это, как говорится, уже старая-старая тактика, выработанная у меня. Так, ну что, яйцо идет. Ну, я думаю, что оно не успеет здесь разложиться. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, отлично. Все, прикрываем Марины. Так, еще одного Марину вызываем. 36 секунд до появления волны. Поверьте мне, ребят, я когда проходил вот этот уровень в первый раз, то я даже волну, короче, разбомбил. У меня столько было там стрелкового и грубой силы, что пробежать просто никто не смог. Ну, как видите, 132-я миссия опять же пройдена на 3 звезды.
Ну, а я на этом буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в этой игре после того, как выйдет обновление у нас. Так что, если вы любитель этой игрушки, будьте начеку. И если вы успеете быстрее меня увидеть, что оно вышло, прошу, напишите мне в комментариях. А на этом все. Всем пока и до новых встреч, ребята. Удачи вам.